Карантин мне нравится тем, что можно вернуться к использованию агрессивных кислот, а именно скинорена. Здесь 20% азелаиновой кислоты. Нужно сидеть дома, не пользоваться декоративкой, не появляться на солнце. Все это я могу запросто исполнить. А зимой, когда я начала свой курс, пришлось прерваться по той причине, что кожа облазила, макияж ложился кусками, вообще выглядело все это страшно. Находиться в социуме было невозможно, поэтому я не закончила курс. Сейчас я его возобновлю и думаю продержаться хотя бы месяца 3-4 на этом лечении. Очень здорово осветляет все пятнышки, а также она хорошо осветляет пигментацию. Главное делать все по инструкции и регулярно. В геле концентрация чуть меньше. Я, наверное, напишу пост и расскажу о нюансах и отличиях этих двух средств, так как название одинаковое, но консистенция у них разная, и дозировка кислоты тоже отличается.